Ну давай, чё, без проблем. Завтра тебя не будет, да? 3 минуты. Не знаю, может быть буду. Сегодня я уж думаю, вряд ли. Если мы сейчас убьем Луджина, вряд ли пойду куда-то еще. Да. Это да, Джиса нету, вон его мамонта подплывет. Рыба под мамонтом. Пэт тут стоит на ней. Я смогу сам добежать, если протону Даларан. Долго будет. Чё ты хотел? Очень долго. Я думал, хавку на мерзость купить все-таки, чтобы хотя бы 7,5 было процентов. Можно отойти с рыбы куда-нибудь? Турбо, отойди, пожалуйста. Ну, ясно, он ушел. Сейчас я поставлю рыбу новую. Заходишь прямо в текстуру. Я нашла. Так, знаешь, что я тебе могу предложить? Я могу тебе перебить сокеты предложить. Пока что. С ДПСом у тебя будет выше. Конечно, выше. Не промах, сколько? Я тебе могу дать, сколько это? Сколько у тебя в этих? 74, то это получается где-то 6-5. Кто-то может поставить Дживса? 5, есть? Это 100, 270 получается, да? Джейса может это поставить? Я, может, алицит заберу. Один камень — это 0,2%. Соответственно, 5 камней — это процент. Я тебе мог бы сделать алицитом. Ну, слушай, давай так попробуем бить, не будем сейчас перебиваться, блин. То опять у меня все камни как бы под этим самым, сила крит. У меня тогда вообще крит упадет. А вы на ком сейчас? У тебя и глансинги идут, у тебя сколько мастерства? Мне? 25. Фу, сколько мастерства, не докап. 35, вот с печатью. А, с 35 с печатью. Перека. Да, перека. Еще глансинги идут, я так и не понял. Надеюсь, нужно чуть поменьше. А ты, похоже, когда в лицо бил его? Ну, бывал, да, там, несколько ударов по рирке. Но есть и миссы. Эвейт один удар у меня, блин. Парирование, серьезно, хит блокирование, ага. Ну, 4 мисса, ближнего боя, атака. Удар воина света, 2 мисса. А, клинит пошел в хэм, да? Целка. На фазе с орлом хилы все прохиливают, потому что РТД могут бить тоже вполне нормально. Просто аккуратно надо. Я хилю только волной. И ну, цепухой. У меня волна хилит, поэтому я бесплатно поставлю. Турбо, поставь Дживс, если есть. Есть, нет? Нет, мне Дживс нужен. Ни у кого Дживса нет. Ладно, через 12 минут могу тебе сделать. Так, чек на готовность. Алис, в танк. Так она поняла, как ветерок цепляет-то? Мне банк нужен. Будет учиться. Про власть не забываешь, бежать не стоит. Покажи ей так наглядно, как ей бежать отсюда. Ну наглядно, вот. Ветерки пошли, ты побежала. Вот, бежишь не сразу по траектории, бежишь на от креста сразу вот. Вот так вот, наискось. Вот так вот и пошла вот по кругу. Уже вихри должны на тебя схватиться. Соответственно, когда ты добегаешь сюда, смотришь, ветерки подходят сюда, примерно. Ты даешь прожимку, чтоб нас еще не шотнуло. Соответственно, этот, как его, ветерки от тебя ушли, ну, точнее, ветерки за тобой пошли, мы начинаем бить босса. Все, ничего сложного. Траектория вот. Блять, надеюсь, не загрю. Можно примерно так бежать, но чуть подальше.
Тут еще слой плиточек лежит. Вот траектория. И пошла. Обмен нужен. Кому нужны сопроты, обмен? Нет, постоять не надо. Примерно, если она побежит, то все норм будет. Главное прожимку дать. Можно даже чуть-чуть, но там по расстоянию. Примерно где-то этот вихрь уже сюда идут, она дает прожимку, и все норм. Тебе главное побежала, вот тут повернулась и пошла по траектории. Чек на готовность. Власть только не забудь, нечисти. Сопрот? Еще кому-то сопрот нужен? Всех есть, все готовы, отчет на пол. Чего, два танка? В одного. Далеко-далеко отведи. Ага, все норм. Ну, паладин от СМК друг друг. Не знаю. Агро, 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 агро! Диспел. Один, давай диспел. Регень ману. Остальное я продиспелю. Спел. Один, давай мульти, только диспел. Окей, окей. Я помогу. Спел. Исправил. Шин 2. Отбежали. РДД доводим. Быстрее, 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 быстрее. Отлично. В угол. Прожимай. Блять. Два хила легли. Ну вот сейчас, видишь, ветерки словились, только эта траектория у тебя должна быть пошире. Ты не должна на квадрат забегать. Вот так вот, да.
Вообще отлично. Мульти, только ты должен забегать в этот. В центр. Вот так вот примерно. Отлично. Ложимся. Давайте каплю на них, что ли, лимон, блядь. Сейчас я посмотрю. На хилов. Ты на Неверслипа, я на... На мос. А тут дубовый жоп прожал или нет? Нет. Прожал. Прожал. В мишку прыгать, блядь. А чё, как вариант? Алиса, ты прожала Т4? Моса не заходить... А, ну... Да. Видишь, сейчас отлично, только вот... Не забегай на уголки, не сбрасывай свою траекторию. Вот ты бежишь, правильно. И пошла вот так вот, овальчиком. Огурцом. В школе. С каплей, я думаю, поудачнее. Да я сейчас этот... БЖ там 4 уходит, да? Да, 4 вихря. Ну, соответственно, у нас ДПС 74к на второй фазе. Соответственно, у нас еще минута остается лишнего времени по проценту. Я так смотрел. Ну, не минута, 50 секунд точно. Мусор добегай, рыбу кушай. Баф отдаем. Тик. Так, сопрот, да. Прибью. Когда 1%, вот особенно друиду, надо успеть ход и раскидать, чтобы когда началась фаза, он ничего не кастовал, не получал 5к урона. И просто нажмет дубовую в мишке и перешел. Не, понял, только что когда вихрь к нам дошли, мы все фуловые были. Он просто вихрь. 1% это 364 тонны, да? Он может обновить как раз ход, и когда фаза начнется, он ничего не будет ходить, не будет получать по 5. На 63 я тебе скажу, хорошо. Сделай по-другому, мульти. Когда будешь отбегать, старайся накидать щитки по максимуму. Чек на готовность. Смотри, на хилов. Кидаю тогда Моси. Я Моси кину, ты шик. Я тогда с Чами. Угу. Так, блядь, сейчас я вспомню. Бывает жертвенность. Бывает рост, не забывай, перед приходом вихря в редкий лифт. Там у тебя наложение. Чек на готовность. А, я сейчас за 5 бурс проебую. Все готовы, отчет на пол.
лестницы, понял? Угу. Где спал? Где спал? Спал? А, рано, повторяем. Спал. Вообще тайминга успел, красавчик. Чего процентов? 65%. Рано. 63% у нас. Хилы уже отбегали, не? Диспел. Рано. 52. 61%. Бегаем. Давай, отлично. Поменьше хстите сейчас. Отлично. Хорош. Еще один. Нормально, пусть бежит. Еще один вернулся. Тотем, ну... Что, тотема не убрал? Да. Нет, не убрали. Ложимся. Блять. Ну идеально же было. Ну вот. Сейчас было идеально. Шейп, да. Ну. Охуенно. Блять. Все, со следующего трая я буду. Не хотел, блять, десятки начислять. Но с... походу пора. Уже почти 2 часа сидим на этом ёбаном Зулджине. Надо говорить походу про тотемы, потому что люди просто где-то смотрят. Научимся так рылить, пиздец. Это как знаешь, бот. Для чат прошли, и там тупо каждую секунду есть что сказать, блядь. Uh-huh. Если ты только вот на секунду замолкаешь, сразу люди начинают либо стоять, нихуя не делать, либо хуйню какую-то вообще делать неправильно. Вот это вот такая хуйня. Ну это хуево, когда люди так привыкают. Нужно, чтобы люди сами, блядь, были. Минута есть, ФК, водичку попить? Да, иди. Пока добегаем. Прикалывайте с десятки 3 дня убивать, блядь. Золотый, ну такой. Вроде все просто, вот такие мелочи глупые, блядь. Ну долго уже сидим на нем, будет долго. Ну понятно, блядь. На третьей фазе вообще, блядь, тотем никто не ставит. Всегда уследишь за ним. Нет, тотемы нужны. Тотемы нужны только после ставить того, как этот. Ну вихри пройдут, да. Тогда уже ставишь. Их уже можно на одном пациенте убирать. Надо ДБМ писать. Вот был бы я программистом, блять, это уже в ДБМ, блять, синими зелеными буквами. Сука, шаманы, тотемы уберите, чтобы прям подписывал эту хуйню с этим. Скринение ограничено. Надо скрипать. Да ладно. Типом скрипаниться. Можно сделать все четко. Все из-за того, что я всегда не вовремя запись ставлю.
Зов не упадет. Интерфейс посмотрел, и вообще не проглядывает. Это особая добавка в той шаухе, в той шаверме, в которой ты ее брала, в забегаловке. Насчет чести это все как бы... Я... Гонял, кулак дайте. Я ему сказал, что не было, пускай было. Насчет чего, кто? Гильдию просился, я ему сказал, что буду тебе обращаться. А это кто? Честь. Все, особ уже собрал, укомплектовал, они уже все убивают. Обратно? Турбо, как готов будешь, плюс чат. На это потом поговорим еще. Все, готов, отчет на пол. Че, не раньше там играли? Слушай, а вихрь миликов не убьет. Вихрь миликов не убьет, зато дроть. Отбегаем. Рандомно кидает дроид? Рандомного человека в рейд. Нет, по таймингу. Два дротика между вихрями. Дискалы. Отлично. Почему расколола? Дискал. Два не делай, не трать маны. Я не делаю, не делаю. А, значит, эффект так обрабатывает. Спал. Три диспел. Отбежали. Доводите, РДД. Шейп тотем убирай. Быстрей, 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 быстрей. Угло пятый. Давно уже. Руки отдал. Ждите, все, ждите, ждите. Все вихри, отлично. Аккуратно, аккуратно. Остальные пробегаем. Вот, занос. Все отлично. Вот так вот, Алис. Молодец. Так, огромный турбик.
спину бьем. Бежите за спину, потому что я сейчас работаю. Ну, пробежим, не беспокойся. А, хер ты сорвешь. Хотя, возможно. Да, ничего, пей. Если что, перебежим. Кто ему выставил? Я на рысь поставлю. Можешь сейчас прям ставить. Они не заденут больше. Пока не снимутся с него. Под какой властью? Под анхоликовской лис? 41. Отлично, 41. Сменяй стойку. Забирай. Ищем по жопу босса. Чё по бомжам? Алиса, бомжей. Агро, ну... Ну я бомжей призывала. Я понял. Мосса есть, бэрь, бэрь. Сразу пробав по нему. Тотемы обновляй. Пал, дали попросту. Лу, давай, бомжи. Алиса, отдай прожимку. Прожимку сейчас отдай. Забери агро. Дай им. На МП был уже. На ХП не надо. Есть этот? Руки. Агро, агро. По кому руки? Мана у них по 50%. Спасибо. 2%. Куда его сейчас вести? Справа. Агро. Геру дали. Все, стой. Сразу не видно. Наверх слип. Шейп вышел. Больше ДПС даем. Дэмэдж. Отводи. Все, стой. Мастерал, не выходи под лицо, а то опять сдохнешь, как в прошлый раз. Похил рейда. На мульте, мульте вышел. ХП дам, гим. Дал мастерал. Хил рейда. Ну. Ну, мастерал, чё за фигня? Вот чё ты под рожу лезешь? А я вообще не под рожу лезу. Я там же сам следил лук. Ура! Делал. Значит, я задел лицом.
Воу-воу, Мичиган хороший. Тут ты, блядь, так орёшь, как будто это выполняешь зов. Бля, ролить или нет? Дайте топа ДК, чё ты? Я Блу ничего не отдавал, он у меня чешку забрал. Да я понял. Что, забрать у него один рок или не забрать, а? Ну это, конечно, вопрос. А мне как, на мейн или на офф можно нажать? На офф. У вас мейн танки, ребят. Отдайте Блу, он ДПС должен, тоже. У меня на мейн танк. Бля, у меня тут вообще 251-я пушка с острова. Ну что, собираем 10 хэм, да? Прям сейчас. Так, с рейда не ливаем, потому что буду японить. Че у тебя до этого было лу? Блин, коней, какая пушка? У него с груля было. 25 бычки, арт крит. Понятно. Брюлик, не забудь вытащить только, слышишь? Да он сам выпадет. Да, в смысле сам вытаскивается. Ну, в прямом. Я говорил, ну, блядь. Он выпадает. Был при продаже или что? А вообще все равно, он просто выпадает. Шея надо апнуть еще и репу докачать немножко. То есть неважно, пылишь ты или продаешь лендрушь мод с брюликом, брюлики всегда выпадают, да? И как или их вынимать надо? Это, тебе камни на меткость нужны, Лимон? Ну да не, пока не надо. А что там за кровь лежит? На, понял. Сейчас, блять. Ну я так.